Друзья, всем очередной привет. Видео немножко сегодня, наверное, спонтанное. Видео такая некая просьба к вам, просьба к подписчикам, к тем, кто за мной наблюдает, кто меня смотрит. Возможно, кто-то из вас прямо сейчас находится в Южной Корее. Вот сегодня 10 мая 2020 год. Я нахожусь в городе Чхунджу, и на данный момент, к сожалению, в этом городе работает абсолютно немного, что очень сильно напрягает, потому что деньги, которые я зарабатываю, хватает буквально на то, чтобы прокормиться самому, вот, и отправить немного денег домой, чтобы моя семья, чтобы они жили как бы беззаботно, пили, кушали, оплачивали кредиты, ну и остальные все коммунальные услуги. Вот так вот. Суть в том, то, что здесь, проживая здесь, мне тут все очень нравится, все очень хорошо, все очень здорово, но работы, к сожалению, мало. Вот, и никаких денежных накоплений у меня, к сожалению, не происходит. И в данный момент я очень сильно задумался над тем, что вообще делать дальше, потому что периодически появляется дикое желание куда-нибудь уехать, ну, чтобы зарабатывать. Как бы вот такая вот ситуация. Вот, и поэтому не знаю, что сейчас именно делать. Есть, можно сказать, несколько каких-то, куда можно было поехать. Я думаю, может поехать на море. Сейчас сезон Тошимы, но говорят, там сложно, ненормированный график, все очень ужасно. Есть мысль уехать в город Йосу, где я первоначально начинал работать. Но там тоже ненормированный график, работаю я там на анчоусах. Но, по крайней мере, работа мне знакома. Я думаю, может туда попробовать свалить. Короче, не знаю, что делать. Есть вакансия такая, арбузы. Но говорят, там можно сдохнуть на полях, погибнуть. Зарплата вроде, говорит, хорошая, но... Извиняюсь за мат, объебывать надо тоже как бы не по-людски. И вот сейчас нахожусь на таком распутье. Чем заняться, куда поехать. Ну или оставаться здесь, или ехать в город Йосу. Или отправляться куда-нибудь еще. Потому что вакансии есть в основном только на море. Чем привлекает море? Тем, что зарплата там постоянная. То есть есть на оклад. Потому что как таковое понятие, как постоянный арбайт, я думаю, его не существует. Друзья, напишите, пожалуйста, у себя в комментариях, что вы могли бы мне бы посоветовать, как думаете, как вообще двигаться дальше. Потому что сейчас уже реально такой момент. Хочется зарабатывать денег. Я приехал заработать денег. Но здесь деньги у меня не зарабатываются, к сожалению. Вот. Хотя мне здесь очень все нравится. Вот и думаю, ждать тут, не знаю, чего-либо, что... все станет хорошо, что появятся арбайты. Насколько знаю, просто вообще в Корее арбайты сейчас не так много. Или же двигать куда-то дальше. А вопрос, куда двигать, тоже не знаю. Не хочется опять натолкнуться на подлых агентов. Надоело мне так кидало, переезды. Если честно, вообще достал. Но что-то делать нужно. Друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы, допустим, сделали на моем месте. Ну или, может, посоветовали что-нибудь мне. Всех люблю. Всем удачи.